Ну вот, продолжаем работать на Рыжцовском пруду сегодня, 18 июня. Вот. Фух. Жара такая, градусов 35, наверное, стоит, если не больше. Вот мы тут берег усилили, еще вот здесь вот повысили его, он был скатный. Вот, сейчас вот короб сделали, и вот по бокам забиваем... Забиваем глиной и соломой перемешку. Получается саманна без воды. Ну, нормально. Вот она с глины засыпает. Сено, глина. Вот, сейчас вот я покажу тут еще дальше, что мы тут делаем. Здесь вот мы набили колышки, забили колышки в землю перед досками, которые вот пол считается. И сверху мы уложили там между колышками шерсть, вот она торчит. Сено еще сверху, уплотнили все это. Вот. И сверху набили доски, вот эти поперечные, которые, чтобы вода туда не подтекала. А то в тот раз было, что плохо делали, еще не знаю. Поперечины, вот эти распорки сделали, вот мощные, кленовые. Не простоят еще не один год спокойно. Там он, Марина. Говорят, 30 градусов. Да больше, больше. Невыносимо. Больше. Как они там, эти южные народы. Вчера меньше обещали, а было 32 в тени. А сегодня больше явно. Сейчас надо это сделать и пойти отдыхать. Вот, а там. Там вон Марина. Все копает и копает. Настоящий работник. Настоящий работник. Приходила тетя Люба Минаева. Вот она тоже помогала. Нестор сам напросился на работу сегодня. Сейчас бы день в тенечке отдыхал бы с сестрами-то. Нет. Это не для него. Не, ну, настоящая работа. А не то. Сейчас пойдем в кусочек. Сейчас пойду. Не хочешь прохлаждаться, да, Нестор? А? Праздно не хочешь прохлаждаться, да? Ну да. А то в прошлом году я хорошо на плотине меня брали. А здесь почему-то... Двумя руками бей, не просто так. Хорошо. Он будет работящий, как отец у него, Андрей Дрогов. А глянь, куда плывет. Ага, вижу. Ну не видно головы, ничего, змея какая-то. Да, быстро-то. Не знаю. Змея я тут не видал в воде. Возможно. Сегодня пришло предписание, якобы Лена ездила в Кощино. И местный прокурор там им дал предписание до 6-го, что ли, числа июля уничтожить постройки лагеря. Вещь неслыханная. Притом никому не мешает, ничего. 91-го года. Коммунисты какие были нападки, они никогда этого не делали. Что это? Был бы он близкий, я позвонил, не знаю, как его позвонил. Сказал бы, зачем тебе это? Сказал, помни, посчитайте, написано, жена хотела рожать, а дракон встал напротив. В лагере не было такого. 45 лет, это стаж. Без помощи государства, тысячи ребятишек. Ни квадратного метра земли не взяли. На помойке, считай. На навозной куче. Вот что-то же есть, Атыч. Я пока объяснить никак не могу, я только знаю, что это нехорошо. В Вороне тоже жарко, рот открыла свой.
Это нехорошо будет человеку, который это затевает. И очень нехорошо даже детям его будет. Он против детей такой человек поднимается. Зачем? Вопрос. Я не о конкретном говорю, я его знать не знаю. Против лагеря, которые покушались, их нигде нету, никого, они все разъехались. А кого и на свете нету. Все. На. Тут закончено. Благодарю вас. Он ворона сидит, рот открыла. Еще бы. Мы сейчас пойдем в кустиках, посидим маленько, с полчасика. А то она, видимо, прохлаждается так, да? Ну, конечно. Собака-то рот раскрывает, она вентилирует. Дай-ка это, банку, бутылку сказать. Ой. А что у вас тут за смесь-то? А? Что за смесь-то у вас тут? Березовый сок, чай. Компот, еще что-то налили, сам не знаю. Буберга. Что попало? Надо, что попало. Вот осталось на глаза промыть. Да, красота. Первый раз залез в воду. Сразу была прохладная вода. Немного простыл. Володя, я вот кину туда, или как? Взять оселок. Да я уберу сейчас. О, ветерок подул. Слава Богу. А, нет, солнце. Вон как, Марина, подойди к ней. И оттуда посмотри, как они скат делают. Ты вертикально бей палку, а что ты на бок не делаешь? Ну как, Марина? Ты еще живая? С Божьей помощью. Ты загорел красный. Да? Да. Сгорел, значит. Будем сегодня мазаться, спасаться. Сметана у нас уже на подходе. Да? Да, кефир этот за это. Ну да, для кошек берем молоко, оно скислось. И вот сверху сметану возьмем. Как раз сверху нам вершки. Сейчас-то пока пост. Нельзя. А ты видел, ворона рот раскрыла? Да, сидит. Это она так дышит? Да. Я думала, хотела что-то сказать, да передумала. Да нет, слишком долго передумывать. Зависла. Надо перегрузить ее. О, как жарко ей тоже. Видишь, на низ куда-то спускаться ей опасно, а так она наверху безопасности. Она на такой веточке сидит, на самом кончике. То у них какое-то... Балансир как работает хорошо. Хвост, а не хвостом, да, так это балансир? Ну и хвостом, да, и вон чаечка летит. Да, тут, конечно, такая фауна. Ну да, не зря тут комаров тучи целые. Есть. Миллиарды. Ну вот так вот, а дальше она уйдет туда уже в камыши. Корни. Надоели уже, да? Топор. Давайте уйдемте пока. Тенечек. Пойдем, Марина, в теню. Тенечек, сядем, посидим. Там вода. Там невозможно. И душно очень. Вот. Мы туда заходили, там душно очень, и вода. Все. Ну, он скажет сейчас, куда идти. Да? Там и спрятаться негде. Нестор, сходи за водой, пожалуйста, а? Так точно, сэр. Так шею печет, а? Так и шея красная. О, ужас, и уши. Там.
прямо аж блестят такие красные. Надо было взять мне сетку-то, я что-то зря оставил десятом-то. Они со мной сегодня мало, да, видимо. Конечно. Жару такую работали. На тебе тогда пока мою, я в платочке все равно. Хоть чуть-чуть, потому что я нормально. Да я тоже нормально, я не чувствую ничего. Так ты себя не видел сзади. Потом вечером будет горе, полопается все. Давай, Нестор. Ух, жарко. Нестор, на этот. Точило положено на эту, на тележку. На, держи ко мне сюда. А? Иначе он сейчас отдает это всего. Ох, кошмар, красное все. Кошмар, да. Пойдемте, сядем. Возьмите с собой бутылки. Пойдем, там воду. Нестор, вот здесь еще сбегай. У нас сегодня как самый молодой везде успеваешь. Я оттихнучу. Да, вот тут вот, где вы забивали. Не знаю, его бимберду. У Нестора сил нету, но если ему что-то прыгать, скакать надо, все, сила появляется, как ниоткуда. Фух. Да я не хотел отставать от работы, дальше хотел. Только сил не хватало. Да и Игнат Тихович настаивал. Грязь. С водой. Видно? Вон там. Там тоже. Нет, он там дальше, я проходил, там нормально. Ну там вода, да, в кустах. Эх, искупнуться бы сейчас. Да в это озеро круглое. Дощечку одну принесите, чистую. Вот, да, страшно. Но притащить... Доску чистую, доску. Вон там лежат доски. Дощечку. Ну, дощечки маленькая, навряд ли. Все. Грязно. Ты что там стоишь-то? Смотрю на озеро. Хотелось бы сейчас взять и прыгнуть. Такая пойдет или это большая? Ну, поменьше, конечно, надо. Так они все в обработке. Ну, конечно, их не надо, нет. Опа. Вот, ну, вот это? Ну, вот эту возьми. Хотя она маленькая, конечно. Вон место, нашли место. Вот тут доска вот лежит. Вот, Марина, вот здесь посмотри, вон короткая. Вот это? Нет, вон там ниже. Смотрится. Ниже, вот это вот. Да. Вот толсто лежит внизу. Без шляпы так легко смотрится. Знаете, как будто ты в компьютере и через пиксель. Вон они идут. Находи, где там подберешься. Я лег на тут сыра. Начнем. Дай палатку. О. Вот это делаешь. Берите себе, садитесь. Ого, глянь, какая грязь. А где найти? А где мы сидели? А где? Где мы с вами сидели-то, забивали-то эту старую промыв-то где? Там дальше-то. Первый. Там что есть? Ну там же мы сидели с вами. А когда сидели? Ну первый раз, когда пришли здесь, работали. Будем все погавки, а вообще вкусно. Нет, там-то можно. Ну что сказать, пошли туда. Пойдем, да. Досочки забирай. Надо возьми. Все в руку уместилось. Привет, Нестор.
жгут. Устанешь, пока найдешь место для отдыха. Пойдем, а где палатка? Место сейчас... ты нес. Вон на это, на телеге. Не тащи ее. Так точно. Жара. Накройся палаткой, да иди. Нестор тоже красное лицо, не хочет шапку надевать. Место. Ну вот тут, вот тут. Вот. Да. Она у тебя просто красненькая. Что ты сейчас там надевала? Там крапиве все? Что в крапиве? Ну, протоптать, да и все. Ты в другом месте сойди. Не видно, как протоптать. Тут осторожно, палочки торчат. Где она вот, я не помню. Здесь приедет. Ну, у меня животик. Вон это-то придумал. А там водичка я вижу. Вот это вот должно быть. Ой. Вот это место. Ой, полетел тут. О, снежок. Ну, хорошо сидеть. Вот, слазьте вот здесь, вот здесь. Здесь крапивы нет. Здесь-то спускайся. Хорошо. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Нет, парк. Бревешки. Это у него музыкальная озвучка. Да. Как он прыгнул, ты видел? Он же тут же в школу. Не будь, я и выше прыгать. Садись, Нестор, садись. Это опасно. Он стилит, ну, дышечка. Я стилю. Помнится мне, где-то была водичка. О, благодарю. Тут где как раз крапива. Ну, вот здесь туда, садись рядом. Жгучая. Вот. Ой, от пуха меня. Кашель. На тебя солнышко падает, плохо село. Или туда двигайся, или сюда. А может обломим вот эту веточку? А она мешает. Зачем? Кому она мешает? Не надо. Ты куда, Нестор, бежишь-то? За водой. Дадут тебе, что ты переживаешь-то. Так, где-то моя? Моя бутылка. Где? Давай. А где, Нестор, где бутылка? Вот эта бутылка моя, которую утаскивал. Нет, а вам же отдавали ее. Нет, которая такая, красная-то. Ну я выпил ту, которая с чаем была. А это... Это не знаю. Давайте, садитесь. Что-то у нас запасы заканчиваются. Ну ладно, слава богу, за все.